Что, Тейлса сожрет или что? Он сожрал Тейлза. Соник сожрал Тейлза, ребята! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и давайте мы продолжим наши кинематографические приключения в рамках игры Sonic Dream Collection и ее под игры, которая называется Sonic Movie Maker. Сейчас будем снимать фильмы, продолжать. Я думаю, вы прекрасно помните, как у нас проходили съемки прошлых наших фильмов. Ссылка на прошлую серию по этой игре прямо сейчас в правом верхнем углу в подсказках. Мы закончили на отеле, а в отеле был просто прекрасный, невероятный кинематографический шедевр снят. Вы знаете, уже по-любому наверняка на Оскар номинация там есть. Я не проверял, но я уверен, что академики сделают правильный выбор. Фидинг! Вот так вот называется следующее кино, которое мы будем снимать. Кормежка. Попробуй использовать Е, чтобы схватить предмет во время записи. Окей, Соник, ты... Я так понял. Слушайте, я слишком наполнен. Покорми меня еще. Это, кстати говоря, вот, это титры. Это титры. Дело в том, что после записи прошлой серии мне стало интересно, кто-то помимо меня вообще на Ютубе играл во всю эту красоту. Оказалось, играл. Я нашел на зарубежном Ютубе эту игру, и чуваки там вот так вот переставляют титры. То есть можно брать вот и вот эту хрень вот подставлять к Сонику, например. Вот так вот. Оп, и он типа говорит: покорми меня еще. И мы берем вот это, нажимаем Е, и давай, ням-ням. Ни хрена себе. Беременный Соник, дамы и господа. Слушайте, это было смешно. Это реально выглядело смешно. А где эта самая камера-то? Я, конечно, все прекрасно понимаю. Чем мы снимать-то будем? Попробую использовать, хватая. Нету камеры же у нас. Реально камеры нету, блин, я не понимаю, что вы... Вот, смотри. О, смотрите-ка, еще. Еще жратва. Ну, понеслась, давайте так. Соник, ням-ням, кушай. Еще сейчас раз. Это мы, я так понимаю, снимаем фильм 7, да? Дело в том, что я не знаю, многие ли из вас в курсе, но есть такой триллер 7. Там играют Брэд Питт, Морган Фримен и Кевин Спейси. И вот в этом триллере как раз была такая тема, что одного чувака закормили до смерти. Там типа про маньяка. I'm so full. Так, давай, наверное, тогда вот я думаю, вот так вот теперь, да? Вот так вот. А вот это уже уберем, потому что куда уже feed me more? Куда уже feed me more? Посмотри на себя, Соник, в конце концов. Так, давай, оп. Хорошо, отлично. Ой. А вот и камера. Так, подождите, я бы лучше бы заснял на камеру, как мы его раньше кормили. Можно еще? Еще давай. Оп. О, смотрите, мороженка пошла. Так, давайте, значит, берем. Вот так. Вот шикарное кино, да? О, как я наелся. Отлично, давайте еще. Ням. Отлично, превосходно. Слушайте, классная игра, обалденная. Блин, такой угар. Ням-ням-ням-ням-ням. Опять еще пончик выдали. А что будет вот, когда мы ему, что называется, до упора его накормим? Так, смотрите. Оп. Ага. О, все, фильм готов. Фильм готов, ребят. Подождите. Я понимаю, что фильм готов, но его пузо еще не насытилось. Давайте идти до конца, наверное. Че, ну реально еще будет расти, что ли? Не, ну подожди, ну до каких-то пор это... Когда он лопнет? Он вообще лопнет? Соник, ты планируешь лопнуть? Что это? Тейлз! Здорово! Что за хрень? Он еще принес, по-моему, хавчик. Как до него добра... Нельзя уже снимать, да? Вот жалко, конечно. Жалко, я бы дать... Ага. Че, Тейлса сожрет или что? Ну, давай. Он сожрал Тейлза. Соник сожрал Тейлза, ребята. Я не знаю, как это комментировать, правда. Там можно подобрать что-то? Тортик там, нет? В общем, смотрите, многие вещи остались недоснятыми, надо отметить, к сожалению. Уже тянуть некуда, видите. Все, конец. Ну, давайте посмотрим хотя бы тот полуфильм, который у нас получился. Мы, к сожалению, не засняли на камеру, как он жрает Тейлза, это было бы забавно. Но, с другой стороны, вы-то это видели, для вас я это заснял, а это самое главное. Посмотрите на этот шедевр. Да... Да, вот это кино, ребята. Вот это кино, всем фильмам кино. Главная актерская игра-то какая проникновенная, да? Посмотрите на это
знаете, тончайшие оттенки души демонстрирует нам Соник. Просто потрясающий Соник, ты настоящая звезда. Я уже чувствую, как Брэд Питт ходит, какой-нибудь Брэд Питт, Райан Гослинг ходит, обивает пороги голливудских продюсеров и просит их проспонсировать вот такое вот кино, где он будет главную роль играть и обязательно получит номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль. По-любому. Ну как не нанять на Оскар человека, который сыграл жирного Соника, правда ведь? Итак, следующий фильм. Он уже в больнице, да? Это и неудивительно, Соник, что ты... Неудивительно, что ты в больнице, Соник. Это чудо. Отличная работа. Это нелегко быть беременным. Так, ну, я догадываюсь, что вот эта вот фраза, она отходит Сонику, да? Че, нелегко тебе быть беременным, Соник? Ну да, бывает, бывает. Окей, хорошо. Помимо этого, It's a Miracle. Это, наверное, вот... Вот ей вот, да? Вот ей. Great Job. Great Job это... Great Job это кому? Там как-то так... Great Job, понимаете? Great Job. Великая жопа у Соника. Хотя у него больше пузо, на самом деле. Это ж человек, да, это ну, не человек, в смысле, ёж. Просто темно, я сделал поярче монитор, чтобы разглядеть. На темном фоне сливается, непонятно, думаешь, что это кактус какой-то. Короче, вот такой вот фильм потрясающий. Давайте дергаем. Экшен! Экшен, мазафака! Сейчас будем с ним... Чё сейчас нахрен было? Чё это? Ой, это нелегко быть беременным. Да я понимаю, ты можешь мне объяснить, что ты сейчас высрал из своей Great Job? Ну... Блин, Соник, как же так? Соник, ты не хочешь рассказать, как это все оказалось в твоей сра... Это ребенок Соника? Или что? Где камера, блин? Камера где? Давай вот я тебе на голову его поставлю. Будете с ним вместе. Ой, вот давай, ладно. Это твой малыш, Соник, это он. Давай, оп. Что теперь? Что, не получилось, что ли? О. А, тут еще и ядро падает сверху какое-то. Я даже не обратил внимания. Изумруд, да, изумруд это тема. Давайте. Кладем рядышком изумруд, наверное, вот сюда, вот куда-нибудь. Не-не-не, сейчас. У кого такая больная фантазия? Кто додумался до этой хрени? Так, окей. И последний, наверное, да? Сейчас уже пузо будет нормально. Let me out of here. Кто там кричит? Выпустите меня, говорит, отсюда. Кто это говорит нахрен? А это что? Подождите. Может быть... Может еще сверху? Может еще сверху? О боже, Тейлз! Тейлз, здорово! Неждан. Какой неждан. Так а камера-то где? Камеры нет, да? Я так понял. Тейлза мы выпустили, Тейлза мы родили. Смотрите, это чудо. Великолепная работа. Где сраная камера? Кто у вас тут камеру зажал? Давайте мне спускайте. Я уверен, что... Опять? Смотрите. Опять. Ну давайте, хорошо. Давайте его закидаем в конце концов. Смотрите, каким идеальным рядком выстраивается эта хрень. Так, давай, оп, вниз еще. Шикарно. Смотрите. Ой, все попадало. Ну ты и неряха, Соник. Что, не мог удержать, что ли, в конце концов? Может, надо на изумруд снимать или что? Ребята, кому изумруд? Тейлз, изумруд надо, не, лови. Че? All right, говорит. Тейлз что-то еще рассказывает. А ну, хочешь жрать, Соник? Смотри, не хочет, а? Ну, смотрите, они стоят. Они стоят, держатся за... Чего они так на меня внимательно смотрят? Смотрите. Она следит за мной. Эми, ты меня пугаешь. Эми, не смотри на меня так. Мне реально страшно. Ну и у тебя и взгляд, слушай. От тебя от самой тут родишь поневоле. О! Вот стекло разбивается. Да блин, откуда я знал? Я отец. Хорошо, окей, давайте. Давайте мы эту красоту... Так, тихо. Так, значит, смотрите. Вот он, гениальный фильм, смотри, сейчас берем, убираем вот эту тумбу сразу. Так, берем, заснимаем. Это чудо, отличная работа. Я отец, нелегко быть беременным. Выпустите меня отсюда. Ребеночек, наше золотце родилось. Вот такой вот фильм, ребята. Вот такой вот шикарный, а, я забыл изумруд снять. Ну ладно, изумруд, наверное, был бы неплохой, знаете. За спецэффекты могли бы дать Оскара, мне кажется. Ну ладно, я уже забыл, черт с ним. Где тут выход, кстати? Мы вообще на выход... А, вот выход. Кто так тяжело дышит? И почему? Я не понял, что это сейчас было. Окей. Давайте, сейчас будем смотреть этот потрясающий шедевр. Эту величайшую из картин. И Оскар за лучшую мужскую роль, вопреки всем ожиданиям, получает Тейлз, а не Соник. Браво, представьте себе, потому что ему было...
больше экранного времени, как видите, да. Ну, шедевр, шедевр, конечно. Конечно, это круто. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, сценарист Мартин Скорсезе. В главной роли Кларк Гейбл. Потрясающе, что это за хрень? Эггман? Это ты? Человек-яйцо, Эггман, да? Так, значит, давайте вот это возьмем, наверное, да? Скролл, это нам будет освещать. Где мы нахрен находимся, а? Эггман, расскажи, что за хрень? Ну вот я вижу камеру, да? Окей, давай возьмем камеру. А это уже будет легче. Где Соник? Где вся тусовка? Я не понимаю. В кишках. Каких-то ходим! Ходим в каких-то... Так, 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 сейчас, сейчас. Подождите, без этого мы никак не обойдемся, да? Ну-ка. Так. Вот так. Вот я думаю, столько экранного времени тебе хватит. Можно пройти куда-то? А, вот смотрите, можно еще. Еще покрупнее немножко заснять. Окей. Это, наверное, Соник, да, я так понимаю? Похож вроде на Соника. Такой, Соник, которого заточили в чей-то непонятный желудок, наверное. Или что это? Что здесь вообще происходит? Эггман. Так, немножко снимем Эггмана. Ой-ой-ой! Блин, вот это я, наверное, зря. Хотя нет, что, не зря, не зря. Хоть сняли изумруд тоже для прикола. Какого хрена, блин? Что за... Что за срань? Чё? А я откуда вылетел? Откуда я вылетел? Пожалуйста, скажите мне, что я вылетел изо рта. Пожалуйста, скажите мне, что я вылетел изо рта. Или хотя бы из носа, черт с ним. Но не оттуда, я надеюсь. Я не посмотрел откуда, но надеюсь не оттуда. Бёрп, мама. Окей, кому эти реплики? Давай, вот тебе. Вот тебе давай. Ты у нас будешь бёрп, а мама у нас будешь... Это мама, да? Это мама. Здорово, мама. Слушай, ну ты мама молодец. Ты прям мама охрененная. Ты прям как мама с канала Влад Крейзи Шоу. Такая же, я так понимаю, заботливая и милая. Дети у тебя в охренительном присмотре, я смотрю. Они прям, ну, в полной безопасности. Посмотрите на этих детей. Они же ни разу не могут расшибить себе башку об какую-нибудь из этих непонятных деревяшек. Чё бы мне, скажите, пожалуйста, заснять в таком случае? Давайте заснимем гамбургер. Вот это заснимем, вот это заснимем. Е? А что за Е? Оба. Блин! Мими, говори! Они напугали меня, эти ублюдки. Мими! Мими, подушка говорит мама, слушайте. Ну-ка, короче, вот так, без субтитров, значит, вас заснимем, ребят. Все, фильм готов! Вот так вот, шедевр готов. Давайте еще только, я хочу еще вот это сделать. Ну-ка. Давай. Мими! Где там? Мими! Говори Мими! Господи, ребенка как будто изнасиловали, блин. Так, игрушечки всякие, да? Ребят, хотите поиграть? Слышь, Тейлз, иди-ка сюда. Иди сюда, Тейлз. Тейлз, сейчас будем веселиться. Давай, 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 давай. Не стесняемся. Оп! Все вместе играем. Давай, Тейлз. Полетели, полетели. Господи, какая хрень. Ладно, я пошел отсюда, блин. Они меня окружают. Они меня сейчас убьют, наверное. Съедят мои мозги, не знаю. Или что-нибудь в этом роде. Сожрут просто, как зомби. Короче, понеслась. Сейчас будем смотреть финальный шедевр наш. Аплодисменты доносятся. Total Bass Kill. Убийственная киношка. Смотрите, людям нравится. Людям нравится мой шедевр. Ой, это потрясающе, а. Это туда. Кадры прям так состыковываются идеально друг с другом. Вы посмотрите. Какой я великий кинематографист. Короче, окей, я понял. В рап-парти. Я не знаю, что за в рап-парти. Тоже сейчас что-то снимать будем. На вечеринке какой-то. Ну, давайте попробуем. Так, музыка достаточно неплохая на заднем плане играет. It takes a village. Поздравляем. Тут нужна деревня. Почему Тейлз горит? Почему горит? Эми или кто это? Я не понимаю, не могу рассмотреть. Соник, что ты с ними сделал? Объясни мне. Соник, объясни мне, что ты с ними сделал? Твою мать, я не могу. Я больше не могу, ребята. У меня сейчас крыша поедет. Sign guestbook. Что это значит? Ой, господи боже. Вылез браузер куда-то. Так, окей. Короче, тортики тут... Ну, зато тортики лежат. Зато тортики лежат, это приятно. Давайте. Title screen. Итак, как бы, в общем... Все, Sonic Movie Maker, по крайней мере, закончился. Но там осталась еще одна мини-игра, то есть четвертая. Вот, exit давайте нажмем. Вот это вот. Вот это вот.
My Roommate Sonic. Я думаю, мы ее... Зачем я включил? А хрен его знает. Я думаю, мы... Что-то по инерции. Я думаю, мы ее посмотрим, вот эту четвертую мини-игру, уже в следующей серии. А пока я, наверное, пойду и немного передохну от этого всего, да, как я и делал в прошлой серии. По-моему, я даже так же ее на тех же словах закончил, потому что от этого надо передохнуть. Мозг может не выдержать такой интеллектуальной нагрузки, согласитесь. Мы увидели беременных Соников, мы увидели зачаточных Соников. Где-то во внутренностях мамы, которая склонилась над колыбелью. Мы в конце концов увидели Соников, которых мы закормили до такой степени, что эти несчастные Соники стали весить 500 раз больше. Чего только не видели. Я думаю, на этом нужно сделать небольшую паузу и передохнуть, окей? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.